Я, кстати, скачаю, хочу поиграть тоже с вами. Сегодня поиграем. Мы в зомбю пойдем поиграть. Сегодня. Так, поехали. Ой, Вова, предупреждаю, блядь, скример. Сейчас в лицо прилетит. Да. Ну, типа, я уже начинаю такие видосы распознавать заранее. Ну вот я когда яйца чешу, ну типа могу облизать палец. Это где? Это он там. Где там? Ну там, говорит он. Ну так я понял, что там, это где? У кого в гостях? Это у Димы Ликса. Смотри! Чекай экран. Давай, чекаю, чё? Ебать, ребят, если хотите быть таким же накачанным, как я и этот замечательный человек, юзайте All Spice. Подмышечки будут в полной безопасности. А, лучше вообще. Сань, что-то она такая задроченная, Сань. Ну все, ну Гвин, ну взял, все, обосрал. Ну, натуре, блядь. Переделывай по новой. Знаешь, почему он задроченный тот, мел спайс? Потому что у него не Rock Edition. Rock Edition всегда кристально чистый, как и ваши подмышки. Хорошо. Ну, сойдет. Зачем я попросил его говорить? Сука, что? Один аргот. Пизду вас. Когда видео засниму? Ебать, я думал, это кто нахуй? Я думал, это на домашке бустер сидит, блядь, слышите? Уроки проверяю. А я видел такое, кстати, сюжет-то. Кирилл, какое видео? На YouTube. Ты вообще-то с ней не собирался? Смотри, Слав, смотри сюда. Ну. Прочти, пожалуйста, мой прошлый донат. Ну, она и передувал. Ебать. Так. Мы легко решаем проблему в нашей помогите, семье. Помогите, ребята. Любимый. В Архангельской области расследуют дело по статье «Побои». Главная улика – видеокамера, на котором взрослый мужчина поднимает над собой мальчика и с размаху бросает его так, на так, я землю. Просмотрел что-то? Там была задница? Нет. А что? Нет. Да просто, блядь, кофта расстегнутая. Дошла в Северодвинске еще в середине июля, но широкое общественное внимание привлекла только сейчас, после появления... Вавилон как-то, слышите, прям под таким светом, что-то на старичка похож какого-то. Лет 50 как минимум, знаете. Не? Вавилон похож на директора просто. Да-да-да-да-да. Директора химического завода. Консервный завод, блядь. Вот они все так выглядят. Слышишь, без пропуска, сука, хуй пройдет, блядь. Донаты очень важны для меня. Дальше тебе просьба буквально 2 часа. Разбил мне компьютер, не мог бы. В смысле, твой отец тебе компьютер разбил, ты его и говори, если что, блядь. Компьютер, сломал, покупай. С чего это я-то должен? Чего, блядь? Я себе. И такой наглости вообще еще не видел, блядь. Купи компьютер. Мой батя мне компьютер разъебал. А ты купи. Помоги мне новый, блядь. А, да, пацаны, собираем, блядь. Лени записи в интернете. Михаил Столяров, Дося. Сука, снебись. А чё смешно здесь? Это локальный прикол, наверное, какой-то. Иди нахуй! А? Это Симпл и Дося. Ничего, блядь. Там ставка вначале была, пропустили. Да похуй, просто. Типа, не... Да. Похуй плюс похуй. Что? А, ну-ка. Все онлайн тест, блядь. Блядь. Легенда, блядь. Смотри, в среду, вот когда у меня отменился стрим, я встретил девушку. Я просто пошел туда, просто поговорить, кальян покурить. Эскортница? Не, хорошая очень девушка, да. Она обычная штука, короче, не, бля, в смысле? Я не услышал, бля, чат. Да он старый, че издеваются над ним, блядь. Бля, не знаю, Михелина в каждых метках каждый раз разная, блядь. Просто, блядь. Да, кстати, тоже заметил. Просто. Да, да. Как вообще, мейкап да, сделает, типа... так и по-разному выглядит. Я вообще не понимаю. Ты единственный человек, который вообще, типа, везде по-разному выглядит. Хамелеон, блядь. Да. Вы не клипуете! Сейчас вы не. Ебать, у нее какая-то хуйня в зубах застряла, слышишь? Не клипуй! Вон там, видишь?
Гвин. А, септум. Кто? Как он называется? Не, не септум это в носу. Ну, короче, это хуйня, типа... Может, колечко. Чел, на губах это герпес. Или ты не про болезнь? Про чё вы? Блять, это снюс. Какой септум? А, это... Или это пирсинг? Это снюс, блядь. Короче, вот здесь вот, как... Бля... Но прикольно. Формула в кит. Да не, ребят, это ж не бабка, какой в кит. Просто никаких клипов! Уёбки! Блин, такая жиза, ты не пришла корешу сосать. Ой, трафик. Блин, извините, чат, пожалуйста. Все, пизда, короче, кому-то. Ебать. Успокойтесь, нормально. Ебать, у него глаза испуганные. Я по мальчикам, пожалуйста, отстаньте. Смайлика, суд, трафик разблокировать. Мужской секс я ни на что не променяю. Вот у меня бы была возможность вчера. Спасибо. Потом удали, короче, трансляцию, ладно? Кто-то подарил? Да, это Синтол 21. Спасибо большое, котик. Ой. Там, это тот. Так это девочка. Это не тот. Я знаю, Настя зовут. Ты охуела? Настя зовут. Не. Какой? Он такой, блядь. Синтол 21, какая девочка, какой котик. А, я перепутала. Ты охуела, блядь? Вы косите один дома, да? Вот вы мошонку чешете, ну яички у вас зачесали. Давай, расскажи что-нибудь новое, чего я еще не рассказывал. Понюхать. Понюхать, да, ну-ка. Джойн облизывает. Блядь. Поняли, они немножко так вспрели, чуть-чуть правда, совсем, блядь. Да? Когда вы играете во что-то, ну, короче, сидите, чилите, поняли. Вот. Охуенно же потом рука пахнет. Ну, реально. Пробовали нюхать? Бля, надо так... Почешите, поняли, яйца, понюхать, бля. Не, чел, не пробовали вообще. Надо найти, короче, парфюмера, чтобы сделал духи с запахом яиц. Вася, я тебе могу, слышишь, просто я яйца думаю, к носу этого... поднести, блядь, и намазать тебя, ёбану. После этого аромата ты реально будешь как парфюмер из фильма, блядь. Я могу, в принципе, олдспайсом не попользоваться, понял? Все девочки твои. И просто по шее тебе поводить и пойдешь нахуя парфюмер. А если я хочу после душа, я стесняюсь, блядь. Пахнуть яйцами? Да. А вот это другой вопрос. Тогда я могу не мыться просто. Завтра выходит новая линейка Old Spice. С яйцами. Алло, ребята, блядь, вы чё нахуй меня клиента отбивать сейчас будете? Хотя ладно, он это не посмотрит. Да, со вкусом лапка, блядь, знаешь, такой. Со вкусом, блядь. Ну да, со вкусом. Ну да, да, да. Скажем, решил обладать. Это лучший аромат, который есть в мире. Еще и серию выпустить целую, типа... Light там, типа, легкая немытость суточная, типа, медиум, где там пару дней не мылся, и хард, короче, где неделю не мытые яйца. Ой, бля! Да-да-да, ржака. В ТикТоке реально жжет. Йоу, не забудь подписаться. Йоу! Эй, йоу! Эй, йоу! Ой, я, короче, с одного паблика отпишусь, кстати, прямо сейчас, потому что это кусок говна. Где из смешных моментов только жопы тёлок, блядь. Там, блядь, да. Я, блядь, там лям с хуем, я типа отписываюсь. От да, 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 да. Там а либо, там либо Аринян, стали, либо такие... Генсуха задницы показывает. А чё за паблик? А, Твифоч? Да, нет, там всё, отмена, блядь, пацаны, сори. Я думал, это братишка. Типа ничего другого нет, но просто скроллишь, скроллишь, и там одно и то же. Миллионник, да, паблик, 1-2 лям, по-моему. Не, ну палочка-то у меня стояла, бля, жестко. Хорошо, прям. Бля, пиздец, нахуй, слышите, и вот так идет, я ебал. Когда я посмотрю, как я тут флекшу жестко, блядь, на свою ебучку, блядь, перекошенную, нахуй. В какой-то хуйне, правда, снялся, но ничего. И да, когда мне говорят, говорю, не надо денег, я тебе кину. А почему я тебе платила? А что это девочка знакомое лицо прям? Так, не надо шутить только, где мы ее видели. Давайте не будем. Ты с ней пересекался на острове. А, ебать, точно. Ты мне платил? Появились у нее телефон красивый, микрофон. Нет, он карточку твою давал, я за рейды, нет? Помнишь, ты много мне кидал тогда, летом? Кувов и чеки. Антоша! Антон! Репостом, пожалуйста, мы понял. В эфире с Джейном. Спасибо большое за еще одну подписку. Где так, мои бабки, блядь? Ну, я не могу просто, мне кажется, это как-то даже а настолько было? Очевидно, я что тоже не очевидно. Бухгалтер, видимо, перебрался на другой канал. Все,
Серьезно, в этом плане. Да простите меня, Наташа, блядь, с Вадимом, если я что-то не то спизданула. Можешь после стрима чекнуть. Не понял. С Вадимом. О, серьезно. Все серьезно. А молчи. Ты не очевидно. Вот, конечно, конечно, типа, там... Все серьезно в этом плане. Да простите меня, Наташа, блядь, с Вадимом, если я что-то... Бля. Не, такой себе подругу не хотел бы. Почему? К чему? Так у нас джойн такой же, блядь, Вась, нахуй. Да, точно такой же кадр, а чё? С хули, блядь. Где? 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 Короче, раз она спизданула, прикиньте, это вообще, типа, такой кадр. Уаааа. Короче, это дело их личное, но... Не то спизданула. Можешь... Лишнее, лишнее. А... Привет. Ну вот, ну вот он! Да нихуя не понимаю, блять, алё, Твичру, ты тоже не смешной какой-то. Ебать, ну куда он лазит? Куда он лезет? Не, ну не надо. Пойду контент сниму. Бля. Ты чё, велосипедист, ебанулся нахуй! Ебанулся, блядь! Ебать сидит! Едь нахуй, куда тебе надо, блядь! Ну я всегда так и иду. Скажи, блядь! А зубы-то ел! Не, чилы, это какой-то кадр, штрих, наверное, просто сдушь. Это штрих, его нашли, блядь. Я обычно такие видосы, понял, в пабликах смотрю, блядь. Блядь, он ещё и потухивает надо мной, не поможешь. О, блядь. Пиздец, алло, блядь. Алло. Нельзя поуважительнее как-то, блядь. Но я слот уступил, на меня начинает хуесосить, блядь. Ой. Тебя никто не хуесосит. Ну нахуй чё? Патрунит а надо что мной, с тобой? Что с тобой происходит? А, ничего, там, он в принципе так себя ведет, алло, не? А, да, он на симплана пиздел. Ебать, я такой подумал, нихуя вообще схуяли. Это ревность? Грубо. Нет, да нет, ну просто, сказал, ну блядь, нельзя поуважительнее, что, блядь. Нет, нельзя поуважительнее. Алло. Давайте просто начнем. Все, вышел, блядь. Так, никогда не... Не-не-не-не-не-не-не. Так, давайте список. Каких 4000, Алина, я не дам тебе 4000. Купить Assassin's Creed, который у меня есть на компьютере, блядь. Блять, зачем мне его на Xbox'е, блять? Я Салаван. Я... Чё, не любишь, да, значит? А если скажет дам, блять, пишут, блять, дам. Возьми просто его от компьютер тебе. Вот, мой. Вот. Сейчас скажу, вставай. Сейчас скажу, вставай. Сейчас Вова такой... Ой, ребят, уже... А так, кому там рейд? Уже 10 часов вечера. Блядь, 59.99 долларов! Это сколько в рублях? Это дохуя. С нынешним курсом доллара 17 рублей. Тысяч 5. Тысяч 5, реально. Скачай, что там в геймпассе есть. Tale что-то там, Innocence называется. Охуенный. Только много не качай, а то у меня интернет упадет нахуй. Сука, пиздец. И Tale of Innocence. Так он круче игра. Блять, и Tale of Innocence нормальная игра? Мне так батя объяснял, почему эта игрушка лучше, чем та. Вован, Sims, скажи, пускай Sims погоняет. Там нету Sims'а на Xbox. Блять, ну тогда пиздец. Майнкрафт. Не, дядь, Майнкрафт девушки не играют. Почему не играют? Наоборот, по-моему. Блять, вот что сделать, ребят? Купишь, пишут куколд, не купишь, пишут. Короче, скажи на стриме, что не купишь, а потом купи. В натуре. Да я просто не понимаю, зачем типа тратить бабло на то, что уже есть, типа купленное. Это не эксклюзив же на Sony никакой. Да, да, давай. Алин, ты можешь паука поиграть, кстати. Алина, нет, я тебе ничего не куплю. На карту. Ладно, погнали. Не-не-не, ребят, ты чё, не, я так не буду играть. Бубы, блядь, это... А она типа вышла, да, с учетом того, что он там насрал? Ой, сейчас, по-моему, нос еще больше станет. Да куда?
Господи! Алло, там ну она же даже старше меня! И она не умеет открывать шампанское. Куда ты направляешь пробку? Вот зачем Хесус нужен на кукинг-стриме? Вот я вы видели видео? Вот вы видео видели, блядь? Он сидит и смотрит только на жопу Гайки. Заставляет ее открывать помидоры, огурцы, блядь. Он заставляет готовить, нахуй. А потом жрет и говорит, ебать, стрим был охуевшим. Нахуй про кого? Там, блядь? Он только будет смотреть на жопу Гайки. Нахуя, если вы можете это сделать вместо Хесуса, блядь? Ну, типа... Нахуя вам конкуренция нужна? Он будет каждый раз заграждать ее жопу, блядь. Ну нахуя он вам нужен, пацаны? Типа, в пизду его, блядь. Пусть сидит, у него там Человек-паук, блядь. И вот это вся нахуй движуха, блядь. Нормально, нахуй. Поехали. Ну жестко. Поехали. Буквально минута. Ой. Я вас супер, блядь. Сапка. Что-то бахается. Блядь. У меня до сих пор палец опухший, нахуй. А что случилось-то? Я ударился об гантелю, блядь, когда бежал в сортир. Мизинцем, нахуй, чувак. Да это вообще беспонтовый палец, слышишь? Я бы вообще убрал бы эволюцию. У меня, наверное, сейчас только музыка портит. Да, вот так же самое, как и со Зоем Артуром. Я бы мог давно ему присунуть, там он спал, там, этот, как оно называется, в отключке. Бля, ребята, он же похож на Кингсмана сейчас, знаете, только старого. О, в натуре! Кингсман и был старый, не? Если спасешь мир... Можно и в пупу. Удалена. Можно и в садницу вообще-то там. Да. А вы говорите, что, блядь, спорт находится жизнь. Вон Джоин, блядь, на гантели. Погодите, не пиздите все, у меня донатер не подойдет. Саня, это не тот пример. Алло, Перданил, хватит донатить, блядь, я потом включу голосовые. У меня Миброс только разбирается с API. Вован, пишет мне, короче, девочка. Василий и сердечко. Я такой, чё? Поссорилась с подружкой, хочу спать с мужчинами, ищу кандидатов. Заинтересовала? О, продано нахуй! Мне 15! Сколько лет, Вася? Я хуй знаю. Так ты спроси, сколько лет по приколу, тихо. Знаю, быстрее, прям сейчас. Знаю, кому пишет Вася. Она из Перми. Она из Перми. Из Перми? Из Перми. Из Перми. Она из Перми, а будет с Перми. Это нормально. Зачем портить дружбу сексом, правильно? Вот. И все, правильно? Не-не-не-не, откат, ребят. Васян, если там, ну, до 18 откат, я тебе говорю. Ну, само собой. Давай, давай. Там, типа... Не, ну ты как бы подзадумался, правильно я понимаю? И они подмигнули сейчас друг к другу. О-о-о, пишет, печатает, печатает. Козёл, ты чё там рассказал быстрее? Чё с Перми? А, блядь, она мне ссылку какую-то кинула на... форму Яндекса. Ясно, короче, Вася. Форму Яндекса, иди заполняй. Голые какой. Фотки мои, можно идти тут. Бля, Вась, ну ты дурак. Пиздец. Ну да, он бы тебя выиграл. Ты там карту привяжи, чтобы посмотреть. Его потом кинул, ты мне вот это ныл бы. Зачем? Я, в смысле, он бы меня, я его бы. Все знают, что ты пассив. Успокойся. Ага, да. Не, ну такое нельзя говорить, на самом деле. Это же неправда. В смысле? Это нормально, когда человек пассив, что здесь такого? Не, это неправда. Ну я ж пассив, я ж нормально отношусь к этому. Ну ты пассив, потому что ты девушка. Ну ты тоже. Я что не здесь мальчик. Такого, если мальчик? Я мальчик. И пассив, так, что подождите, чат, она просто рофлит, понимаете? Она просто рофлит. Не, подожди, Михалин, это большая аудитория, короче, они начинают воспринимать вот такие... Так, а что здесь такого, если это правда, боже? В натуре. Бля, вы слышите, да? Нет. О. Хорош, как дети. Мать живая! Ну, перестал. Походу, да. Нет. Блядь, я что, один такой? Макс, не знаю. Ребята, был момент, где она добывает камень. Но... Ты ёбнутая? Я твой род, блядь. Они же на хардкоре играли. На хардкоре? Я не слышала его! Какая ты... Может, тоже ебанем? Можно. Я думаю, интересно будет, слышь, смотреть. Там умираешь моментально вроде, не? Если умираешь, ты не возрождаешься уже. Ты моментально умираешь. Да, там одна жизнь и все просто. Нет, а чё? Сердечко не регенится. Почему регенится? Нет, от еды регенится ведь.
Да. Там все так же, просто одна жизнь, и все. Так я предлагаю, знаете какой план? Давайте ебанем, алло. Типа, я думаю, многим зайдет. Типа, бля, это все началось с того, то, что Жора решил на хардкоре пройти Майнкрафт. Давай и Жору, Гайку, всех туда, короче, запихнем. Будет большой лагерь, обоснуем, типа... Ну, сервак поднимем, обоснуем, найдем деревню и будем там застраивать ее. И как-то вот развлекаться. Кто сдох, тот не играет больше. Я сегодня после стрима как раз и пойду это сделаю. Объективно? Нет, ты сможешь, Гвин? Ну да, сейчас. Типа, охуенно. Мы, блядь, будем играть и стримить все вместе параллельно. Тот, кто умер, тот перестает играть в принципе. И сквад выходит. Да, 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 я согласен, блядь. Не, ну реально, то есть сделать, как, например, в Симсе. То есть мы в Симсе как играли. Когда кто-то присоединялся к нам, мы его рожали, типа, специально. То есть был несколько игроков, следующий человек подключался. Да, я был красивой девочкой. Да, и типа мы рожали. А тут то же самое. Да го, сейчас нет. Просто это, там подготовиться надо. Так мы запустим народ. Кто сдох, тот не играет. Все, он больше не заходит туда. Кто сдох, тот сдох. Бля, охуенно будет, нет? Пизда-то, я думаю. Майнкрафт это неиссякаемый. Я, блядь, вообще не знал о хардкоре, блядь. Ну, вернее, я знал, но я не думал, что так интересно может быть. Идея заебись. Все, я мне сделаю это все, будем делать. Сегодня после тебя буду искать деревню, блядь. Было бы прикольно, если бы не ванила какая-то была. Ну, что-то можно прикольно. Не, знаешь, типа, чтобы там можно было декор крафтить, там, стульчики вот, расставлять, блядь. Такой чисто дома отстроить. Это потом можно будет надумать. Просто у меня есть типа разные... Так это тогда на сколько стримов? Да, кто-то откиснет все, пиздец, да. Да я, блядь, уверен, я сдохну в первый же день, типа, блядь, и на этом мое прохождение закончится, блядь. Да? Не, я считаю, кто умирает, должен складывать сразу. Ну, нет. Даже я его слышал, блядь, боже мой, нахуй. Боже, какая ты ёбнутая, блядь. Ой, Макс, за что ты её так? Чевин Кросс. Всё хорошо. Ебать, Апока, бля, приглашает всех, блядь, посмотреть фильмы. Тихуя. Ебать, коллаборация на фильмах, это имба, я вам говорю. Хочу Rivals. Турнир по просмотру фильмов. Rivals по просмотру фильмов. Да. Тот, кто первый откис за DMCA, эх, вот бы снова победил. Мои Окей, все начинаем тогда с Железного Человека. Давай все с Форсажа последнего начнем, блядь. Я смотрел, за него не банят. За последний Марвел банят. Марун Файб еще на чувак, откис, блядь. Чел, я тебе так скажу, тебя забанят за фильм 20-летней давности, если это надо будет. Без шуток. Это не работает так, что вот ты все равно пиратишь и показываешь фильм. Все равно. И тебя забанят, даже если фильму 20 лет. Сколько, Вась, права на фильмы имеют? 70. 70 больше, лет права на фильмы. Больше 100 лет. Не, меньше 100. Больше 70, но меньше 100. Через, там, блядь, 70 лет, но через 50 вы можете реально его транслировать, потому что он переходит в народное достояние, по-моему, или нет. Заслуги народные, бла-бла-бла. Типа фольклором становится. Да, короче, можно становится права открытые. Вы можете их смотреть. Где короче, ебашим Чарли Чаплина, нахуй. Микки Маус. Ой, я думала, микрофон выключила. Блядь, сестра, это было слышно, Нихуя не слышно, блядь. Я же тебя не говорю. И там у тебя... Нормально? Блядь, пиздец, нахуй. А куда ты вышел? Бесило нас тут пол игры. Что проиграл? Блять, что с ебальником там, слышите? Сзади? Смотрите, а вот тут что, типа грустный, блять, мужик стоит. Блять, что там учило с лицом? А у меня было такое, слышь, когда я паука проходил, он у меня двери открывает, а там понял, вообще пусто, нахуй. Просто город виден через дверь. И я такой, блядь. Хуя. Багованный такой, да? Да, да, да. Но этот прям вообще что-то прям с багами пиздец. Будь здоров. Люблю Хёси. Спасибо. Кто он такой? Этот парень. Да. Че? Кто он такой, этот парень? Может, он не залазит туда, блин? Почему дождь не заканчивается? Я не хочу подождать. Я промок. Возможно, боги злы на нас за то, что мы рубим их деревья. Что это? Максим, ты кого привел? Что? Я вас оставил. Я мне отец позвонил, я спросил, как дела. Я говорю, все нормально, и тут взрыв. Это кто у нас?
На G у нас есть вообще никнеймы такие? А, может это пароль? 113, А плюс J. Зоза, точно, Зоза. Алина плюс Жожа. Бля, Алексей, бля, не понятно. Арина... Алексей, ну шуточка хорошенькая залетела. Шуперская. Плюс Жожа. Сейчас, ну я чё, Сим какой? О, смотри, Настя, иди сюда, иди сюда. А, закрой, как закрой он построил глаза, такую стену, стену, блядь? Чё это? Ну, крепкая стена, такой, видимо. Угу. Иди назад сейчас. Давай, давай, иди, иди, иди. Всё, разворачивайся, там сюрприз. Кирилл, блин, иди сюда. Блин. А это можно смотреть? Ладно, ты заебал. Миброс, я в тебя верю. А ты видос то посмотри, он смешной. Ссылка удалена. И еще ласт вопрос. Сабдеи будут. Какие сабдеи? Ильян Сабдеи, которые... там. Приятного аппетита. Да у меня все по сабам нормально. Может, лучше не надо. Прикиньте, вот просто на очке вот так сидеть, блядь. Ну, копия меня, блядь, алло. Копия меня. В чем прикол тут? Широкий парад. Широкий парад, в принципе, просто же. Nike.